друзья, в ресторане есть открытая терраса и закрытое помещение. В закрытом помещении, естественно, работает кондиционер. В принципе, нормально, то есть прохладно, в общем, комфортно. Вот. Но там шумно и глухо. А на террасе очень светит солнышко. И с террасы прекрасный вид на территорию отеля. Горки еще не работают, ну и в принципе еще рано, наверное, еще не все проснулись. Людей очень мало на территории. Дальше мы, конечно, это все посмотрим, насколько загружен этот отель в условиях пандемии. Мы позавтракали. Что вам могу сказать по завтраку? В принципе, ничего особенного, обычный египетский завтрак. Но для тех, кто любит отели высокого класса, вот, он будет бедный, скучный, возможно, даже невкусный. Вот. В чем суть? В том, что, в принципе, как бы это сосиски, это яйца, картошка, это йогурты, это фрукты, это сыры. Сыр вообще, ну, тот, который, не знаю, какой-то сыр там, который я очень не люблю. Ну, а сыр фета, конечно, бесподобный. Кофе в ресторане растворимый, ну вообще примитивный. И, конечно же, то есть тут суть в чем отеля, как бы оно все есть, оно все нормальное, в принципе. Вот, но это не делюкс, естественно, ребят. Поэтому если вы сюда едете, ну, насчет завтраков, тут нужно понимать, что завтрак примитивный, есть что покушать. Но самое главное, друзья, здесь есть омлет. Ну, то, что люблю я по утрам. Естественно, это был не обзор завтрака, это я так быстренько пробежался, показал вам первые свои впечатления. А подробный обзор, конечно же, будет в отдельном видео на моем канале. Так что не забывайте подписываться на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Ну а мы сейчас идем взять вещи, взять плавки, шорты для того, чтобы переодеться. Узнаем на ресепшене, во сколько нам выделит номер. Ну и, наверное, пойдем где-то припаркуемся на шезлонгах и зонтиках. В общем, насчет номера нам сказали, что не раньше, чем 12 часов. Возможно, даже и позже. Что официально с 14:00 заселение. Кстати, естественно, только что я подключил Wi-Fi. В общем, ну, видео показывает на ютубе. В принципе, скорость не самая большая, которую я видел в отелях, но я думаю, нормально. Дальше мы это все проверим с помощью видеосвязи и того подобного. В общем, друзья, пришли мы к бассейну с горками. Горки еще не работают. Наверное, они позже начнут работать. Я, конечно же, все это вам расскажу в будущих своих видео, во сколько начинают работать горки и тому подобное. Мы припарковались вот на таком вот диванчике возле бассейна. Вон наш диванчик. Ну, это Катюшка вещи свои бросила. Это Денис, тут все вперемешку. А, вот наши вещи. И мы переоделись, и сейчас будем теперь ждать, надеюсь, 12 часов, когда нам выделят номер. Потому что моя супруга, как сказала наша дочка Катюшка, сердитая. Естественно, это ночной перелет. Естественно, в номер попасть не можем сразу, это вещи, это неудобства, в общем, тому подобное. Но лично мне, друзья, мне вообще это не играет роли. Ночной перелет, не ночной, я как бы себя отлично чувствую, дети себя отлично чувствуют, супруга злая. Вот злая, то есть, как бы, вот она не любит эти ночные перелеты. Но тут, я же говорю, палка в двух концах. Допустим, добавляет светловые дни отдыха, но светловые какие? То есть, я же говорю, вот видите, вещи там нужно бросать
на шезлонгах, переодеваться тоже искать переодевалочку и там переодеваться. Вот. И в номер, естественно, вы сразу попасть не можете. Это очень важный момент, друзья. И это не от вашей турфирмы зависит. Это правило отеля. Если кто-то не знает, вы должны это понять и осознать. В общем, на этом все, друзья. Пошел я искать бар. Узнаем, со скольки тут работают бары. В общем, может быть, что-то нужно взять холодненького, попить. Уже чувствуется эта вот жара. Сейчас ноябрь, сейчас 10 ноября. Я не знаю, градусов, наверное, ну, больше 30, наверное, 35. Может быть, к 40. Нет, ну, 40 я не думаю. Но жарко, вот чувствуется. 9 часов 30 утра, ну, это все чувствуется. В общем, с вами был Владимир Шемет. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Если вы можете что-то сказать и рассказать полезное, тоже пишите в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. Пока-пока.